И всем привет, мои дорогие друзья, с вами Адуки и моя подружка. И Всем привет! сегодня мы будем снимать Грейвдангер. Это такая зомби-апокалипсис игр мод, где у нас будут нападать зомби, и мы должны обороняться. Конечно, мы не пройдем эту игру, потому что мы сколько играли, всегда что-то залагивало. Видите, тут зомби. Вообще, это не крутой мод. Я надеюсь, не будет залагивать. Я желаю вам приятного. Сколько раз я в это играла, ну там, 2 раза с тобой, Три. то мне это помогало. Ну, типа, там дальше-то вообще, там зомби не идут, волна не кончится, то мы не гарантируем, что пойдем. Вот так. Ловушки. Давай, пока расставляю, я пока... Нормально. Подожди, нет, 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 нет. Это, если что, моя ассистентка. Видите, вот молот. Я, ну, давай будем сейчас пулять. Иди сюда, иди сюда. Будем пулять. Раз. У нас вот такой дракоша красивый. Офигеть, нам еще снимать. Еще снимать 2 ролика. Это вообще плохо. Ну, хорошо как раз. Я надеюсь, если так мы будем снимать каждый день, 5 роликов в день. Ну, вы сможете что смотреть. И, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Да. Мы очень стараемся. Вот видео влажится, я даже не успел покушать, и сразу же надо работать. Что ты дакаешь? А, все равно не забыл. Да. Ждем, пока популяю. Во. Популяем, популяем. А может, хватит дать дахать? Погнали, погнали, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Оба, Убивай, убивай. подожди, а давай челлендж. Знаешь, какой? Что? Челлендж. Давай, нам нельзя умереть. Челлендж. Нам нельзя умереть. Окей? Запустил. Ну все, видишь, деньги кончились, мана. Можно было удалить. Ну и что, вот, хорошо, вот такая преграда, и потом опять. Такой. Я бы пойду из балкончика постреляю. Какой дракоша красивый. Я думаю, что это собака, но как пуляет, не знаю даже. С огонью гуляет, и из этого можно определить, что он дракон. Да? Да. Или своими зубами пуляет. Знаешь, вот и у него там как-то мало. Ой, окей, продолжаем. Вот этой игре баг такой, типа, мы стоим на одном месте, и типа никак, то я себя киляю, она все делает. У нас так всегда. Ну да, я типа умер, но как? Можешь, пожалуйста, не чувствовать? Ну как тогда играть? Никак. Пожалуйста, можешь запустить? Системка какая хорошая. Я тут попью пока что. Хорошо. Не ассистентка, а просто золото.
это дракон. А, это мой пет, потому что зашел. Видишь, он домой ходит. Йоу, да, это собака. Хорошо. Ну, как и я там офигеть, здесь много зомби. Ну, конечно, это мало. Мы были на 12-м где-то, да. Мы уже 13 были. Да. В конце. Но нам тогда залагало, помнишь? Зомби где-то был, а мы его не видели. Не-не-не, там просто так залагало. Типа, волна не заканчивалась. Ну да. Вот этот минус, как просто нельзя, если залагало, просто уйти, да. Если, например, случайно там третий уровень, а ты можешь играть четвертый, да, то отменить никак нельзя. Вот это большой минус. Вообще-то игра крутая. Уша. Но. Сколько нам будет? Окей, погнали, погнали. Ой, надо... Ай... А что я делал? Очень громко все делал. Сейчас подписчики дизлайки поставят. Мне вас знаете, я даже сейчас плачу. Я, знаешь, очень... Я просто стараюсь, да. Мы стараемся каждый день. Окей, было нет. Но сейчас стараемся ролики. И вы не подписывайтесь, мало лайков. Мало лайков. Мало просмотров очень хватает. Надо вот всем своим друзьям сказать, чтобы они смотрели нас. Мы так стараемся. Окей, иди запускай, все. Бегу, бегу. Как сказать, драма окончена. А давай попробуем в этом раунде просто ничего не делать, окей? Просто смотреть. Бугачу, бугачу, бугачу. Давай, зомби. Ой, посмотри, нормально вообще. Фига. Ай! Не, подожди. Не кокай, не кокай. Но если что, будь наготове. Не-не-не, не кокай, не кокай. Так, дракоша. Не кокай, не кокай. Все. Вообще красава, дракоша, да. Дракоша, давай! А с одной пулей. Хорош, хорош. Учится мальчик. Мой мальчик ты. Подожди. Нет, нет, не запускай. Нет, ты плохая ассистентка, я сейчас подумал. Знаете, когда мы играли, вот всегда так было. Одна проблема, знаете, у нас, если хотите, чтобы мы попитались, то, ну, надо много лайков, потому что я понял, тут время 15 минут. Ну, давай попробуем сейчас быстро, быстро, быстро. Давай. Сейчас, все, пауза сейчас будет, да? Да, пауза. Да. Продолжаем. Надо много лайков. Много-много лайков. Еще два ролика. Если вам эта рубрика понравится, то 4 лайка новая часть. Да? 3 лайка. Ну 4 это много. Вот прошлый мини-геймс был 4, так это. Мы чуть сердце не остановилось, знаете. Я такой, чё? Вот такой что? Ну попробуй. Нет. Да. Можно было удалить здесь вот
стрелы поставить. Смотри, смотри, что она сейчас сделает. Смотри, смотри. Смотрим. Пуляем пока что. Ну где вы, зомби? Смотри, смотри. Ну надо вот по метру и все. Не будет. Они просто не пройдут, потому что мы пуляем. Потому что мы самые хорошие. Ну, не самый профессиональный. Офигеть какой. Вообще. Смотри, смотри. И бам! И там кто-то назад отлетел. Ну все, погнали. Все, надо поубедить. Чтобы, ну, о, видишь, вот, видишь, видите, подписчики? Они просто в стену и все. Они вообще не падают. Ну, типа, все, мозг отключился, все. Капец. А вот. Давай, дракоша, дракоша. Подожди, сейчас может быть. А, нет, все здесь. Только ты быстрее, вот. Все. Смотри, вот здесь можно поставить стрелы с этих сторон, а посерединке это эту прыгучку. Ну как это посерединке? Подожди, 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 может небо зажечь. Как раз, давай. Не осуждаю. Вот здесь, знаешь почему? Потому что здесь они пройдут и так, потому что вот так, вот здесь, пожалуйста. Ну, потому что... О, нет. Вот сейчас они очень хорошо. Вот здесь может. Подожди, сейчас вторая, да. А ты, я вот от центра, а ты тут. У меня будет дракоша, потому что нет у тебя дракоша. Все, ну. Все, мы проиграли. Шутка. Конечно, видишь, как сейчас отлетел вообще. Спокойно. Во, видишь, они отлетают. И потом все кружится, голова и все. Они ничего не понимают. Смотри, сейчас опять. А нет, сломался. О! Ой, как хорошо! Вообще топ! Видел? Да? Давай еще один, пожалуйста. Мне эти штуки очень нравятся. Или я заплакаю. Не плакай, малявка. Сама ты малявка, я на тебя старше. Да. Ну, больше даже. Все. Это волна последняя. Даже не выйдет. Если не выйдет, то простите меня. Окей, давай попробуем очень быстро. Дракоша здесь, я здесь. Все, время мало. Одна минута. Давайте пока что этот... А, нет. Не выйдет, простите. И вот если что, мы продолжим. Вот именно на этом моменте я не знаю. О, офигеть, видите, как хорошо отлетают они. Смотри сейчас. О, еще вторая. Вообще хорошо отлетают они. Просто быстро. Зачем ты говоришь по-литвецки? Так, вы ничего не слышали. Окей, все, надо прощаться. Так, всем, друзья, привет, спокойной ночи. Это не ночь, не знаю, в России или в Витязи, я не знаю. Так, всем удачи и пока.